мир плохих игроков представляет. Господа, дамочки, представители среднего рода, я всех спешу поздравить с возможностью наконец-то выдохнуть. Ведь одно из самых ярких и запоминающихся событий прогнившего до основания мира танков, битва блогеров 2021, подошло к концу. И как вы понимаете, я не мог просто так оставить окончание сии ивента без какого-либо итога, потому как сказать есть что. И начать, наверное, стоит со своих впечатлений о данном сезоне битвы блогеров и отметить, что в первые дни она лично для меня ознаменовалась небольшим разочарованием. Да, возможно, в меня сейчас полетят камни, но, господа и госпожи, согласитесь, что какой бы битва блогеров 2021 не была, она волей-неволей будет сравниваться с 2020 годом, когда мы единым кулаком цеплялись и бились за каждый бой, когда мы закрывали собой шотные танки, когда мы чувствовали это единство, когда нам были неведомы слова усталости и нам не хотелось заканчивать играть. В начале же этого сезона ББ нас сходу встретила орда под Перковичи и на своих Е4-х, любезно расположенных в кустиках у края карты, из-за чего бои были уже не такими насыщенными и динамичными, плюс слегка подубавляла темп игры позиция нашей команды, которая сходу вырвалась на первое место, отчего уже банально не так активно и не так много хотелось играть в эту замечательную игру. И вот, казалось бы, тот самый режим, что запомнился нам на долгие годы, умер. Сказал бы я, если бы, наверное, вступил в другую команду. Все же я хочу в очередной раз отметить тот факт, что Corbin Team является одной из самых лучших команд, представленных в этом событии. Ведь только она может подарить тебе тот шквал эмоций за несколько дней игры, который не способна подарить эта самая игра за десятки лет своего существования. Да, пусть первая неделя была не самой яркой в этом событии, но чего стоят его последние дни? Без преувеличения, предпоследние дни битвы блогеров 2021 — это самое настоящее окно в 2020 год, в которое каждый из нас смог выглянуть и вдохнуть драйв, азарт и мотивацию. Именно в эти дни мы, почувствовав приближение соперника, смогли вновь собраться с силами и начать давать самый настоящий отпор. Сыграло на руку еще и то, что к этому моменту наконец-то отсеялась большая часть залетных перкоманов, а потому большинство боев уже разыгрывалось в нормальном коллективе. Но как я сказал, предпоследние 4 дня были всего-навсего окном. А вот последний день этого ивента был самой настоящей дверью в ту самую битву блогеров 2020, в которую каждый из нас уже не просто выглянул, а вошел. Такого драйва, азарта и желания не просто победить, а по-настоящему сотворить историю. Ознаменовать эту дату днем, когда закончилась монополия мешка. Днем, когда мы наконец-то увидели новые лица на пьедестале. И что самое главное, мы увидели на пьедестале команду, которая заслуживает этого первого места, как никто другой. И я сейчас говорю про нашу с вами команду. Corbin и Amway Team. Ведь кто, как не мы, достойны быть на первом месте, которое мы добывали своим трудом? И делали это от чистого сердца, а не за какие-то там обещанные подачки. Настоящей, сплоченной команде не нужны какие-то там призы с лопаты или места в клане. Поэтому я хочу выразить слова благодарности одной из самых лучших команд в этом событии. Corbin Team. Вступив в ваши розовые ряды однажды, я уже не представляю свое участие в подобном событии без вас. Только вы способны подарить такой шквал эмоций. И пусть в первые дни наши шаги были не такими бодрыми, все же,
Последняя неделя в очередной раз доказала нам, где сконцентрирована настоящая сплоченность, настоящий боевой дух и скилл. Ведь, как мы с вами знаем, самую скиллованную аудиторию не нужно подкупать Xbox'ами. И мы это с вами в очередной раз доказали. Следующие, кого бы я хотел поблагодарить, так это амвеевцев, которые развеяли все мои опасения на их счет. Лично по моим наблюдениям, игроки зеленой команды отыгрывали на голову выше, чем в прошлом году. И скольких бы игроков, что сторожили на своих Е4-х кусты или рашили кишку Ласвеля, я не чекал, это были в основном игроки из левша тим, либо пустые аккаунты с 1000 боев и 40% побед. Поэтому, Amway Team, вам также большое спасибо за то, что не разочаровали и достойно отыграли это событие. Помните, эта победа, прежде всего, наша общая заслуга. Кто-то вкладывался больше, кто-то меньше, неважно. Это наша победа. Огромное спасибо я бы хотел сказать своим зрителям, которые на протяжении этих двух недель приходили на мои стримы, поддерживали и непосредственно принимали участие в боях со мной по отсчету. Да, быть может, в этом году мы не так активно и массово попадались друг с другом в одной команде, на то есть определенные причины, но все же, кто-то из вас попадал со мной, кто-то попадал друг с другом, и судя по отзывам, играть вместе вам было куда проще и приятнее. И это самое главное. Нам удалось в нашем, пусть и в небольшом кругу, создать единую и сплоченную ячейку команды. И самое главное, от чего мне так же приятно. Вы приходили не потому, что я пообещал вам голды за попадание со мной в один бой или розыгрышами дней према. Вы приходили за самым дорогим, чего невозможно купить ни в одном премиум-магазине. Эмоциями. И я искренне надеюсь, что вы их получили с лихвой. Спасибо вам еще раз. И спасибо, что остаетесь со мной. Также хотелось бы отдельно поблагодарить команду соперника в лице Левша Тим за то, что подарили нам этот незабываемый 11-й день битвы блогеров 2020. Прошедшее воскресенье не было бы таким насыщенным без вас, поэтому, невзирая на срачи в чате, конфронтации и подобные моменты, я говорю вам спасибо. Спасибо за этот день. Ну и последний, кому бы я хотел сказать спасибо, так это Джову. И вы, наверное, сейчас находитесь в легком недоумении. Что? За что? За то, что он оскорблял нашу команду? Нет, ребят, дело в другом. Хочу сказать спасибо Джов за необычайный уровень мотивации. Ведь если мне не изменяет память, то он пообещал в случае победы Левши побриться налысо. Тем самым он лишь подогрел наш с вами интерес к борьбе за первое место. И самое главное, утроил наше желание победить. Ведь кто в здравом уме захочет лицезреть лысого Джова? Кому недорого зрение? Кому недорого моральное и душевное здоровье? Поэтому в наших же с вами интересах было победить и предотвратить массовое кровоизлияние из глаз. И я очень рад, что нам удалось это сделать. Надеюсь, что у Константина еще хватит в запасе безумных идей, которые также будут мотивировать нас на победы, лишь бы он не воплощал их в жизнь. Ну а в завершение я хотел бы просто поздравить непосредственно участников этой битвы с победой. Илья, я искренне восхищаюсь тем, что ты смог собрать вокруг себя поистине верных и сплоченных людей. И я очень рад, что мои слова с прошлогоднего итогового видео оказались пророческими. Как говорится, на ошибках учатся, и если ты их учтешь, то возможно, что в следующей битве блогеров я уже буду поздравлять тебя не с третьим, а с местом повыше. Я рад, что ты учел все ошибки и принимал лишь грамотные решения. Как в отношении бустов, так и в отношении выбора союзника с максимально не пересекающейся аудиторией. И также я поздравляю Amway с этой победой. Я надеюсь, что ему и его зрителям было также приятно играть в союзе с нами. И в заключение я бы хотел сказать только одно.
участники Corbin Team. Сохраняйте и в дальнейшем тот уровень мотивации и сплоченности, которого так не хватает этой игре. Вы наверняка сами понимаете, какая ЦА лежит в основе этого проекта. ЦА, которая никогда не пойдет до конца, если перед ними не привязать на удочку 1000 голды или день према. ЦА, которая не знает слов сплоченности и что такое борьба за общее дело. 7 февраля 2021 года. День, когда монополия мешка с картошкой была убрана с пьедестала поглубже в погреб. День, когда халява была загнана в угол беспомощности. День, когда единство, сплоченность и братство восторжествовали. А вы, Corbin Team, мне отрадно считать себя частью вас.